Здравствуйте, друзья, с вами Борис Воротов и компания GSMRepeater.ru. Мы уже не раз рассказывали на нашем канале о параболических антеннах сотовой связи. Такие антенны используют большой отражатель, чтобы сконцентрировать сигнал на активном элементе облучателя. Параболики имеют высокие коэффициенты усиления, выше, чем у панельных антенн и антенн других типов. Подробнее про разные виды параболических сотовых антенн вы можете посмотреть в нашем отдельном ролике. Недавно компания Antex представила новую модель параболической антенны Vika24 MIMO. Эта антенна имеет усиление до 27 дБ, и это реально много. Давайте же посмотрим на эту антенну и обсудим целесообразность ее использования. По своей конструкции антенна аналогична младшей модели Vika24 MIMO, о которой мы снимали отдельное видео. Антенна поставляется в разобранном виде, что упрощает ее транспортировку. Отражатель состоит из четырех секторов, которые соединяются друг с другом болтами. Облучатель поставляется в сборе со стойкой. Собрать антенну очень легко, не сложнее, чем конструктор Лего. При этом, что немаловажно, антенну можно собрать только одним образом. От вас не требуется подбирать фокусное расстояние под нужную частоту, поскольку облучатель адаптирован для работы во всем рабочем частотном диапазоне. В собранном виде антенна выглядит как большая тарелка с облучателем посередине. В отличие от спутниковых тарелок, эта антенна является прямофокусной. Облучатель находится в самом центре. Диагональ зеркала 1 метр и 10 сантиметров. С обратной стороны облучателя выходит два коротких отрезка кабеля с разъемами N-типа. К ним и должны подключаться кабели, ведущие к вашему модему или 4G роутеру. Мачтовый узел крепления позволяет установить антенну на фасадный кронштейн или трубостойку и отрегулировать положение в трех плоскостях. Поверхность антенны покрыта порошковой краской, которая защищает металл от внешних воздействий, повышенной влажности, дождя, снега, пыли. Облучатель заключен в пластиковый корпус и полностью герметичен. Антенна изготавливается на российском заводе Antex. Производитель гарантирует повторяемость характеристик, ведь весь цикл производства находится под строгим контролем. Теперь давайте поговорим о характеристиках. Антенна работает в диапазоне частот от 1700 до 2700 МГц. Другими словами, она поддерживает самые популярные стандарты 4G интернета на частотах 1800 и 2600 МГц. Коэффициент усиления антенны составляет 23 дБ в нижних частотах и 27 дБ в верхних. Важный показатель для параболических антенн – это ширина диаграммы направленности. Здесь она очень узкая – от 10 до 6 градусов. Это значит, что вам потребуется настроить антенну точно в направлении базовой станции оператора. В противном случае прием будет некачественный. Узкая диаграмма направленности – это цена за высокий коэффициент усиления. Такие антенны рекомендуется использовать, если сотовая вышка находится в прямой видимости, например, в коттеджном поселке, за городом или на даче. Как вы уже поняли по названию антенны или наличию двух разъемов, антенна поддерживает технологию MIMO для двухканальной передачи сигнала. Эта технология активно используется в 4G сетях и задействует одновременно вертикальную и горизонтальную поляризацию сигнала. Антенна Vika27 MIMO поможет пользователям интернета, которые нуждаются в высоком усилении мобильного сигнала. Если во дворе или на крыше 4G сигнал ловит еле-еле на одно или два деления, эта антенна покажет лучший бескомпромиссный результат. Ссылка на товар, как всегда, будет в описании. Я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!